Сегодня уже у нас в эфире прозвучало, в частности, от одного из мэров в Донецкой области, он призывал не возвращаться своих местных жителей в родные дома. Киевские власти, наоборот, говорят о том, что давайте уже приезжайте, и мэр Кличко делал официальные подобные заявления. Однако все-таки крепнут разговоры возможно, я подчеркиваю, и это на уровне каких-то предположений, очередной атаки на Киев. Как вы оцениваете такую возможность? Я ее оцениваю примерно равную нулю. Почему? Потому что то количество войск, которое Российская Федерация собирает вдоль нашей границы напротив Черниговской и Сумской области, оно настолько мало, что его будет достаточно только для разведки боем, если они попытаются атаковать нашу границу. Поэтому на сегодняшний день еще одной группировки там в численностью 150-170 тысяч мы не наблюдаем. Формирование ее для Российской Федерации в ближайший месяц невозможно. Поэтому в Киеве, в принципе, можно сказать, что вопрос второго похода на Киев с повестки дня снят.